Дистанционный брак. Многие относятся к нему как к чему-то очень удивительному, очень молодежному, тому, что появилось совсем недавно и очень противоречит традиционной семье. Как будто раньше дистанционных браков не было, как будто появились они с возможностью авиаперелетов и с возможностью видеосвязи в любую часть мира. Вот скажешь, ты замужем, но с мужем не живешь. Все так удивляются, говорят, что это даже ненормально. А когда скажешь, что ты замужем, а муж на заработках, никто и не удивится. К сожалению, в современном мире для того, чтобы прокормить семью, нужно не видеть ее месяцами. Даже есть такая поговорка. На самом деле дистанционные браки существовали еще со времен появления самого человечества. Раньше не жили люди с семьями, а у них была такая форма семьи, называлась родья. Шла она от женщины. Женщина рожала детей, мужчина приходил к ней в гости, делал свое дело и уходил в свою родью. Дети вырастали и оставались жить с этой женщиной. Братья, сестры, все жили вместе. Мальчики или мужчины уже уходили в другую родью, делали свое дело и опять возвращались к матери. Вот такой был дистанционный брак, и вот такая была семья. Это было в первобытные времена. Но нельзя забывать такой исторический факт, что князья часто жили врозь. Семья отдельно от папы или мамы гостила по полгода где-то у родственников, и это было нормально. Даже в советское время никто не удивлялся гостевому браку моряков, космонавтов, военных. Что же о дистанционном браке говорит Википедия? Почитаем. В современном обществе под гостевым браком принимают брачные отношения, которые могут быть оформлены в соответствующих органах государственной власти, при которых, однако, супруги живут отдельно и не ведут общего хозяйства. Это могут быть оформлены, а получается, могут быть и не оформлены в органах государственной власти. Получается, дистанционный брак – это когда люди не живут вместе и даже не расписаны. А брак ли это вообще? И чем отличается дистанционный брак от фиктивного? Опять же, обратимся к термину. Фиктивный брак – это юридическое оформление брака без намерения создать семью, но с иными целями, например, получить гражданство, льготы от государственных или муниципальных служб. А как же тогда при решении юридических вопросов понять, у людей был гостевой брак или фиктивный? Свечку же никто не держал? Никто же не знает, что было на самом деле. Точно так же с гражданским браком и сожительством. Вы не сможете понять, это жили друзья, которые вместе снимали квартиру, или же у них были отношения. Вернемся к термину. Супруги живут отдельно и не ведут общего хозяйства. Но бывают же случаи, когда живут люди отдельно, но имеют общий бюджет. Как раз в этом случае, когда мужчина на заработках. Как раз он привозит деньги и распределяют их в семье в общий бюджет. Или же супруги живут отдельно, но считают своими оба хозяйства. Ну, например, как в сериале «Воронины». Живут в разных квартирах, но недалеко. Имеют одно общее хозяйство на две квартиры. Или же даже далеко, но ездят друг к другу в гости равномерно. То у него они живут, то у нее. То опять у него, то у нее. И оба хозяйства считают своими. Дистанционный ли это брак? Или кочевой? Но каковы же причины гостевого брака? Кроме экономических, еще есть очень много психологических причин. Очень часто форму дистанционного брака выбирают люди, которые уже один раз были в обычном браке, и он не удался. Они боятся повторения ситуации, они боятся опять боли. Дистанционный брак подходит семьям, где есть уже дети от первого брака, и они не принимают отчима или мачеху. Это тоже как никакой, а выход. Гостевой брак также подходит пожилым людям, которые в силу возраста менее адаптивны, и им тяжело адаптироваться к новым условиям жизни. Дистанционный брак – это выход для людей с принципиальными разностями. Если он атеист, а она глубоко верующая. Если он заядлый охотник, а она вегетарианка. Он сова, она жаворонок. А если в паре очень много таких разниц, не одна, не две, а 10-15, как тогда им сохранить отношения, но и не поссориться. Выходом есть дистанционный брак. В дистанционных браках живут самодостаточные люди, которые реализованы в карьере, и для того, чтобы жить вместе, кому-то из них пришлось бы жертвовать своей работой. Например, они живут в разных городах, и оба профессионалы своего дела, но переезжать никто не хочет. Также это выход для творческих людей, для артистов. Она, например, певица, дает гастроли по Америке, а он актер и снимается в Новой Зеландии. И вот еще пример. Она директор школы в городе, успешная, достигла чего хотела, а он фермер в деревне.
И не оба не хотят менять свою жизнь, но любят друг друга. Как тогда им? Или же один должен жертвовать, или же дистанционный брак? Напишите в комментариях, знаете ли вы примеры дистанционных браков с вашей жизни или там жизни звезд? Семья подходит к кризису, и проблема очень сложная, и решить ее быстро не получается, то чтобы не расставаться, партнеры выбирают разъехаться на время, а потом вернуться к решению этой проблемы. Это временная мера. Я бы посоветовала не затягивать с решением проблемы, потому что так можно доиграться, что дистанционный брак растянется на всю жизнь. И проблему вы так и не решите. Если жена вздыхает с облегчением, когда мужчина уезжает на заработки, то проблема далеко не в деньгах. А знаете, очень часто причиной дистанционного брака есть созависимые отношения. Посмотрите мое видео на эту тему. Когда люди настолько зависят друг от друга, что просто срастаются. Когда, например, мужчина тиран и все время контролирует свою жену, то выходом для них есть иногда разъезжаться. Как раз заработки этому и помогают. И деньги в семье, и немножко они отдыхают от общей созависимости. Но это не значит, что если вы разъедетесь, то вам не нужно будет работать над собой. Проблема-то по факту не решена, это просто временная мера. Все равно придется ее решать. Очень часто к дистанционному браку прибегают пары, у которых разнится потребность в личностном пространстве и времени для себя. Например, женщине хватает полчаса принять ванну, а мужчине нужно целый день играть в танчики. Тогда только он будет доволен. В этом их разница. У нее потребность всего лишь полчаса быть с собой, а у него целый день. И чтобы не мешать друг другу, они разъезжаются, но поддерживают отношения. Как бы прискорбно ни было, но в дистанционных браках очень часто появляются измены. Ну кто не слышал такой истории, что муж ехал на заработки, а жена ему изменила? Или наоборот, он был на заработках и с кем-то там подживал? Но это не значит, что в дистанционных семьях не бывает верности. Если люди верны друг другу, они будут друг другу верны, даже если находятся в разных странах. Проверено на собственном опыте. И вообще, как показывает практика, если отношения крепкие, то они крепкие и на расстоянии. А если не крепкие, то люди не зря выбирают дистанцию. Очень часто дистанционные отношения описаны в фольклоре. Знаете ли вы такие примеры, когда по тем или иным причинам влюбленные не могут быть вместе? Напишите примеры. Например, китайский праздник Луны, когда девушка осталась на Луне, а мужчина на Земле, и они не могут встретиться, встречаются раз в год. Или же в фильме «Пираты Карибского моря» там тоже были такие отношения, где он с моря приплывал раз в год. Очень тяжело в дистанционном браке рожать и воспитывать детей. Особенно рожать. Женщине нужна поддержка и во время беременности, и во время родов, и с младенцем. Конечно, когда дети немножко старше, уже легче организовать гостевой брак. Дети, в принципе, как и при разводе, могут жить то с мамой, то с папой. Очень часто дистанционные отношения выбирают молодые женщины. Они не хотят обременять себя так называемыми обязанностями по уходу за мужем. Домашним хозяйством, готовкой, стиркой. Хотя, знаете, в современном обществе можно организовать все равноправно. Каждый сам может постирать свои носки и приготовить кушать. Это не должно быть причиной разъезжаться. Никто никому не должен прислуживать. Так вернемся к главному вопросу. Можно ли дистанционный или же гражданский брак вообще считать браками? Подумаем, если влюбленные считают себя женатыми, то какое мы имеем право лезть в их жизнь и им указывать? Если они так считают, значит это для них брак. Пусть так и будет. Мы не имеем права не соглашаться с их решением. Они в этих отношениях, не мы. И если вы меня спросите, нормально ли это жить в таком браке? Я отвечу, что в психологии нормально то, что не вредит окружающим, а вам комфортно. Если вам комфортно в этих отношениях и, понятно, они никому не мешают, то, конечно же, это нормально. И не слушайте никого, кто пытается вас осудить, вам помешать. Лучше посмотрите мое видео, как друзья-подруги влияют на ваши отношения. Вот лично я бы не хотела жить в дистанционном браке. Но если мне повезет с карьерой, и я буду вынуждена уехать на некоторое время, я думаю, мои отношения выдержат дистанцию. А вы могли бы жить в дистанционном браке? Напишите в комментариях. И чем же для меня лично определяется брак? Вот муж с женой – это семья. Семья так же, как мама с папой, брат с сестрой. Есть же поговорка «твой брат не всегда прав, но он всегда твой брат». Вот семью определяют эти кровные связи.
Можно отказаться от родительских прав, можно отказаться там от своих родителей, от детей можно отказаться. Но вот эту кровную связь не изменишь. Если ты родила человека, ты его родила, и прошлое не вернешь. Точно так же и вступая в брак. Вступая в брак, люди думают, что это навсегда. Вот когда люди соединяются навсегда, когда они думают, что мы уже никогда не расстанемся, и неважно, расписаны они, там, обвенчаны, или живут гражданским браком, даже если это маленькие дети, но они поклялись друг другу, что они будут всегда вместе, вот тогда они для меня женаты. Тогда, когда они решают, что это будет навсегда. И пускай даже если не получилось, даже если люди развелись, ну бывает такое, но когда они женились, они же думали, что это навсегда. И вот если вот это навсегда, вот тогда люди и в браке. И неважно, где они живут.